Дон Педро и Писеты. Басня. Виверские рыцари. 2016 год. Дон Педро для хранения писет решил купить себе кисет. Он думал, что его писета пиздец великая монета. Решил мудрейший тот донец, что доллару придет пиздец, и сдал валюту за писеты. Страны той странные монеты. Со временем его кисет разбух от странных тех писет. А Дон Абрам, известной нации, сказал ему о девальвации. Дон Педро же сказал Абраму: не надо разводить тут драму. Гарант писеты Гондураса, запас банана и пампасы. Однажды в середине мая погиб весь урожай банана. И президент сказал: держитесь, нация, сейчас вам будет девальвация. А с девальвацией писет не нужен Педро сей кисет. И оказалось, что писета пиздец никчемная монета. Мораль проста, как эта фраза: не верь в валюту Гондураса. А сейчас послушаем мнение китайских финансистов по поводу писеты. Ли Хуйнян! Хуйнян? Ши нима Хуйнян? Хуйнян? Я же Хуйнян! Я же Хуйнян!